Привет, друзья! Опубликованы кадры подготовки механиков-водителей российских подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс». Прежде чем получить допуск к управлению многоосной военной техникой, обучение водителей вождению производится на тренажерах в 161-й школе техников ракетных войск стратегического назначения России. На видео показан новейший тренажер для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок подвижного ракетного комплекса «Ярс». Школа готовит механиков для водителей тяжелых военных машин на шасси МАЗ-543, МАЗ-7917, МАЗ-МЗКТ-79221, а также для машин обеспечения мобильных ракетных комплексов. Военные тренажеры разработаны таким образом, что позволяют с высокой точностью сымитировать все возможные ситуации. Руководитель учебных занятий может в реальном времени не только контролировать действия обучающихся, но и корректировать их. После обучения на тренажерах водители проходят подготовку на реальных машинах, но вместо ракет на шасси грузовиков устанавливают емкости с водой, внешне неотличимые от оригинала. 161-я школа техников РСВМ основана в 1983 году и расположена на территории полигона Капустин-Яр в Астраханской области. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.